Санапи, он на 2000 обгонит. То есть, ну, не баланс. Кого еще сумонит? Все здесь? Так, ну-ка. Че, этот лог-демон, который шамик? Ну, делает спек. Просто у нас не лемон, нахуй, нихуя. Ну, шамик, а микрофон завис. Назад и бесконечно. Хз, нихуя не жму. Ты как будто на первый раз в рейде, блядь, волшебник. Спрашиваешь такие вопросы. Ну, бля. Обычно-то поели мы. Два слота, да? Осталось. Да. Получается у нас два пала будет танки. Короче, это Шамик и Аганис не смоется. Не знаю, где его. Я Шамик уже сейчас приму. Шамик делает спек себе демона. Аганис? Все, принял я. Я же написал, что приму. Просто два места, все, и все будут здесь. Дима, два слота осталось. Сейчас будем что-то думать. Чем будем троить это в кермоде? Да. Ништяк. Там надо не травить, а два раза закинуть, блять, и разъебать его, нахуй, ну хп порезано. Сейчас вечером порежут еще, так вообще можно будет тут, я не знаю, в два окна зайти, нахуй, в десятки, в хейме убить его, блять. А что порезать? Еще что-то будет резать? Блять, ну дискорд Сируса нахуя сделали, блять, они, чтоб анонсить или, блять, чтоб не анонсить? Я вроде заходил сегодня, что-то тут. Ну, только что скинули, блять, 15 минут назад. Я только что не заходил. Что тут, опять нервно, что ли? Да. Снижен еще на 12%, ёбаный урод. То есть, блять, мы когда лобоёбы зря дрочились, да? Ну, получается, да, за 2 кд, блядь, нахуй, минус 25%, это же самая хуйня, как тогда была целка на X3. Остальное все герц, а вот еще Торим, обычка, что-то тут. Если снижено... пойди, если бы у нас был, блядь, состав такой, как должен быть, они, блядь, на бэкапа уходили, там еще какой-то хуйня люди занимаются, блядь. Мы б шатали фулл хэмы, блядь, вообще, блядь, закрытыми глазами. Этот робот, урон, увядание снижен 33%. Что за увядание? Это что? Когда в луже стоишь. Не ваншот, теперь лужа будет, блядь. Женек, ты что, микрофон купил или что? Да, я микрофон купил. Фига тебя слышно, я офигею. Продал, блядь, лунную призму, купил микрофон. Не то, что в прошлый раз микрофон из жопы. Ну, в смысле? Сейчас нормально. Да, сейчас не издал, понял. Сейчас от пизды жена подсказывает. Нормально. Подсказалка. Да это мне жена подарила микрофон. Я бы сам не купил. А, жене спасибо. Я бы это не только жену. Ну, пошлите тогда в Банда и Рох, блядь, если хотите, тогда Хелкрим экран. Если поприходят люди, которые мне нужны в рейде, я вас заменю. Если хотите на таких условиях, пойдете. ЕП я вам потом дам за всех убитых боссов. Банда и Рох чисто. Давай, Дима, заходи. Тогда пойдем Банда и Рох, блядь, а потом поменяем кого-нибудь. Хелкрим экран, ебать, ники у них. Там все пишут. Всем, кто пришли. Бля, сегодня четвертую Т8, надеюсь, полутая, нахуй. Нет. Надеюсь, блядь, нахуй. Я думаю, надо четвертую Т8 полутать и просто съебаться куда-нибудь. Нахуй. На другую гильдию. В офлайн, нахуй, как обычно. Шамик, ставь шкаф. Женек, ты скажи, что ливнуть сразу, а? Ну, да, хуя забить. Да не, я не верну. Не, 4 кусочка полутал, как бы это. Омоложение, там микротик будет. И чё, ты вот 4 полутал, нахуй. Там, когда ты типа омоложение кидаешь, мгновенка какая-то, да, ебашь? Ну, омоложение, да, там. Хилка. И чё, а чувствуется там? Ну, надо, короче, посмотреть, либо на Инисе, либо на Острокрыло, сколько процентов выйдет хила за бой. Просто, блядь, на себя кидал, там типа мгновенно восстанавливает омоложение, да, что-то? Или нет? Сам Кирюк, да, чем? Ты омоложение кидаешь, сразу, Кирюк? По 1000 щит. Сколько сразу?
По 1000 копеек, на посреди. Давайте, блядь, вот эти тики потом попиздим. Смекалка, что ты спрашиваешь? Мы плюс 3 идем? Мы идем, блядь, плюс 4. А, мы сразу, да, будем пробовать? Давай. Ты с кем в машине сидишь, смекалка? По-моему, с волшебником. ВХМ хотите попробовать? Хули там пробовать, надо делать, блядь. Никита, садись со мной в разрушитель. Вот я подъезжаю. Вот стреляю. Да. Садись ко мне. Будешь колчедан тягать. А где артстайл? Димон. Вы там еще башни бьете? Просто, блядь, до этого у меня БГ. По центру ломайте все и все, едем. А, ну понятно. Просто мы тут выигрываем, не хочу ливать. Мы уже почти выиграли. Мышкой колчедан выбираешь, нажимаешь крючок и тянешь его, все. Взял, залетел ко мне. И берешь ракетами, блядь, сбиваешь сверху летающий колчедан. Вот попробуй, спереди колчедан лежит, подбери. Подбей и подбери. Нечаянно проснулся. О, нечаянно, это хорошо. Хелкрим экран, вы в Дискорде? Второй, который кран. Бля, Мораль, ты на БГ бегал, кстати, недавно? Ну да. Койл не нерфанули, что-то он так как будто меньше бит. Ничего не в курсе? Нечаянно. Кто опять лужу налил? Странно, что, блядь, раньше по 4500, сейчас, блядь, 3700, 3 с чем-то максимум. Вот, смотри, колчедан упал, бери, Никита. Люди одеваются. В таргет берешь и тащишь, все, и еще раз бери. Еще он слева, который. Кири, видел нечаянно, говорит, зашел? Да, я вижу. Я спрашиваю у крана, и Хелкрим написал плюсик, что он в Дискорде, я второго не вижу. Ну, он, походу, это... Еще не срастил. О, у меня походу сосед появился. А, Рога Тога. Я узнаю. Чего-то мега нету. Она учится там. Привет. Привет. Там ульду опять пофиксили, смотрели? Ну это будет только в 6 часов. Я всем там участника дал, кто сидел в гостиной, поэтому там должны видеть комнаты. Кран и Хелкрим, киньте ролл. Кто больше кинет, тот в рейде останется, того второго поменяю. Нормально, ты чё? Ну, кран, получится ролл кинуть или нет? Боюсь, что нет. Запоролся еще в начале. Значит, Хелкрим остается, да? Почему Крим? Это же Крайм. Преступление. Адское преступление. Ты что, не русский? Походу нет. Ладно. Не хочет, как хочет. Первый раз просто вижу, чувак, с роллом взять победил. Мобы идут слева, справа. Смотрите, надо этот маячок убить. Мы будем хп-шки багать? Кое зачем? Чтобы убить легче было. Моба вот этого запиздите с левой стороны. Сейчас все сделаем. Убейте мобов с маяков, которые идут. Чтоб не висел комбат и лишние мобы не бегали тут, не летали. Так вроде нету. Вот мобы, блядь, стоят в стене, смотри.
Так, ладно, выходите все из инста. Власти, с машин выходите с инста. А, ну, и там перевод. Возле инста поставите шкаф и засумоните сюда нечаянно. Кого нечаянно? Да. А, Женек, давай это... выходи быстрее. Ну господи, что ты время тянешь? Бля, куда выходить? Синста. А, все. Да я, блядь, тут подключал наушники. Выхожу. Где порт? Это, я сейчас могу в этот танк или как его нахуй? Здоровая хуйня, у меня 227-й там левел, чтобы жизни побольше было. Так лучше в разрушитель, наверное, нет? Ну, не знаю, короче, кто там скажет. Просто есть у кого больше ТМ 227? Власти, выходите все из инста быстрее. Да, ни у кого больше такого нет. Квин, ты можешь выйти из инста или тебе помочь? Давайте сама не могу. Кто он там? Нажмите на меня. Не выходит у меня с инста. Я суманусь в Долоран, я не могу выйти, уперся в... Тише. Если вы делаете то, что я думаю, можно просто выйти из игры. Он все равно заработает. Все, уже все вышли оттуда. Скажу, когда можно заходить. Заходите все. Ничего не поменялось, значит не работает. А, не поменялось. А, не, нормально работает. Никита, вот я стою. Рассаживайтесь по разрушителям, по осадным, по два человека. Колчедан не сбивайте пока. Все равно потом пропадет. Зачем мне куда засовываться? Так, срез, ты с кем сидишь? С Рогой Тогой. Хорошо, волшебник с Хао сидит. Марлу, ты с кем? Квин. Все умеют там колчедан стакать, не просто так залезли, надеюсь. Тягать, стакать, залетать. Не знаю, говорю, можно проще сделать, типа, с Рога, самого начала загрузить людей на этих... на катапульты и сразу закинуть их четверых. Они сразу же въебанут в начале боя и слезут и побегут. Понимаешь, что в этом нету смысла сразу ебашить, потому что ты когда ебашишь, у него, по нему увеличивается урон. Поэтому, соответственно, к моменту, когда надо ебашить, надо, чтобы на нем уже было 10 стаков. Но они же не сразу булят там. Надо, да, 10, надо 10 настакать, блядь, закинуть людей и все. Так, Никита, смотри, Никита, где там есть кнопка, типа, зарядиться в катапульту, понял, блядь? Ты нажимаешь, зарядиться, заряжаешься, я тебя закидываю наверх на робота, и ты, блядь, убиваешь пушку. Потом спрыгиваешь, залазишь ко мне обратно.
А у вас лог проклятий стихий бросает его? Да, мне залезть. Да, Шамик должен кинуть проклятие стихии. Шамик, вылезешь с пушки, кинешь на него проклятие стихии, залезешь обратно. Ты, Женек, да куда-нибудь зайди уже, то я не могу на моцик сядь. Бля, просто мне 227. Да ну, похую на твой 27-й, сядь уже куда-нибудь. Заезжайте все за линию. Кого тут у нас нету? Вой, ты тут? Да. А где ты есть? А тут отъехал осадка. Справа далеко. У меня он осадка. Никита, ты понял, что по поводу как зарядиться в пушку? Поставь на трофейные разрушители метки, чтобы были. Или что, или их собьет ДБМ. Мы не будем, да, эту тему у тебя делать. Есть кнопка, вылези с этой катапульты сейчас. Вылези. Кирюх, мы чисто будем, да, в чипов тупую долбить сейчас. То есть не будем, ну, по тактике разливать лужи по углам, чтобы мотоциклы тупо катили. Так закидаем. Ну. Смотри, у тебя есть кнопка, когда ты сидишь в этой хуйне. Никита, шестая кнопка, сесть в ковш, там, чтобы этот вот сядь опять в машину. Ты когда нажмешь шестерку, ты пересядешь в ковш. Я тебя закину на него, понял? И все. Ну, это только после того, как мы настакаем 10 стаков. Перелазь обратно. А как стаки не проявить, когда люди бьют пушки? Пересаживаешь, тянешь себе один колчеданчик и поддерживаешь. Понял, прием. То есть ты смотри. Кидаешь двоечку, да, как бросок, потом гречишь, пересаживайся, братан, и потом кидаешь сразу же пассажира и кидаешь сразу же колчедан еще раз, и все, и не проебываешь. В идеале, когда он, ты его закидываешь, чтобы у тебя было, ну, там, хотя бы 30-40, блядь, хотя бы. И ты видишь, что у тебя заканчивается, ну там из серии там 5-10 остается. Даешь, пересаживайся, тянешь себе сам колчедан и все. Мораль, ты тут, Андрюлик? Да. Подтверждай. Все заехали, пополнили все, у всех этих по 50. Так, у всех по 50. Шамик, мы когда спулим босса, кинешь на него проклятие стихии, залезешь обратно в машину там или в мотоцикл, на что, в чем ты там сидишь. Отойди от него подальше на всякий случай. Все, если все готовы были, пуляй. Тяни, Никита, слева вот. Рога Тога, сейчас пересаживайся. Давайте за этот, Никита, тяни и пересаживайся. Так, подготовили, закидываем людей. Ломай там пуху. Замерзать нельзя, кстати, бикшот. Вот там, где повели, там ездить нельзя, потому что, блядь, там появится огонь. Ломайте, ломайте, ломайте пушки быстрее. Никита, как сломаете, сразу спрыгивай, залазь ко мне, я с левой стороны от босса. Бля, он меня сейчас уебет. Никита, прямо. Я за босс. Все, а вот. Блять, опять. А как вы... Каз, смотрите, каз. Каз, сбивайте ему, бля. Я тоже сдох. Кайте, кайте по кругу, вы не стой, блядь, не впитывай урон. Квин, тяни колчедан. Мы так и не убили ни разу. Подъедь к ним, я же не достаю.
Никита, тяни, кто там со мной? Никита, ты Биг Шот сидит, тяни. Тяну, тяну, ты подержай. Еще тяни спереди. А ближе, ближе. Хуйня полнейшая. Как вы поздыхали на старте, блядь? Дай ускорение. Не успели. Дохните все. С машин просто вылазите, быстрее будет. Вылазьте с машин, умирайте все, быстрее. Там такая фишка была, что типа, ну, волшебник, ебать, выпрыгнул, а тачка за мной едет. Ну, то есть, танк. Вылезьте все из машин и сдохните, быстрее, пожалуйста. Можно это сделать, нет? Я с пугами ходил, какую тему видел, вот которые эти большие тачки, из которой можно пушку садиться. Они что-то садились, типа, сначала водилы, и с водилы перепрыгивали на пушку. И так, типа, урон. Никто не бежит, сенста водите. Резнулись, короче, и вышли сразу. Так урон, типа, выше становится у пушки. Но это только у пушки у этого увеличивается урон. Он там нихуя толком не дает. Ты там, блядь, надамажишь, я не знаю, 200к на лишний забой, там, или 500. В десятке, может быть, это еще актуально, а в 25-ке это без понтовых. А мы эти танки, эти, блядь, здоровые хуёвины, блядь, во льду замерзают постоянно у нас. Не умеют люди, нахуй, езжать. Ездить нужно в боссе, блядь, нахуй, сбивать ему каст. Когда он вас выбирает, нажимать щит, ускоряться, уезжать. В чем нахуй, проблема? Вы что, первый раз сюда поприходили, блядь, или что? Кстати, лужи лить? Нет, просто я с пугами ходил. Лужу лить в углу только, под цветков, да, блядь, да, и все, по центру цветки. Нахуй её не надо лить. Все, блядь, и кто на мотоциклах, лейте, да, только в углу. И все. Они замедляют. Не проебывайте стаки. Закинули людей, блядь. Те, кто на мотоциклах, подъехали к разрушителям, сели к ним, тягаем колчедан, блядь. Пол боя, блядь, было, нахуй, все стаки проебаны у всех. Нихуя тут сложного нету. Ебать, три кнопки, блядь, нажимать на машине, блядь, ездить. Пиздец, блядь. Все хотят одеться, никто не хочет нихуя для этого делать. Ждете, когда, блядь, у боссов будет по 2 ляма хп, как в РЛК, блядь, или шо? Сейчас потраем, типа, ну, сразу же люди придрочатся, потом уже легче будет, когда придем в следующий раз. Ну, если люди освоят ульду, я так понимаю, тогда, когда, блядь, мы уже и ВК нахуй закрывать начнем, да? Заходите все. Кстати, мы закидывали, у нас танк не остановился, по-моему, нет? Ни разу. То есть, ну, в общем, мы не убили пушки. Пушки надо быстро залететь, убить. После того, как вы их разбили, он будет стоять 20 секунд, а по нем будет усиленный урон. И в этот момент, когда как раз на нем от 5 машин будет по 10 стаков, блядь, в него залетает нереальный урон. Там за эти 20 секунд мы должны ему выбить там процентов 30 или 40. Но он не стоял ни разу за тобой. То есть, значит, не сломали все пушки. Значит, кто-то там ебулит, кого закидывают. Может, артстайла ко мне посадить, там, я не знаю, он так-то мощный дядя. В пушке надо садить тех людей, кого будем закидывать, тех, кто, блядь, реально нормально дамажит. Ну, например, Никиту, артстайла, и там, не знаю, Мораль, Женька. Волшебника. Чтобы они быстро разломали эту хуйню. Ты чё? Ты с кем сел, волшебник? Пойдем вон, а, это Марлу тачка стоит. Биг Шот. Биг Шот, а мне нужно ДД посадить, держи танк. Вот он будет. Сейчас спрыгну. Идет на крушитель на нашем. Тут. О, ну, куда мне сесть? Здесь место куда-то. Волшебник, волшебник. А, ты куда сесть? А, ты уже в разрушитель.
Нет? Опять, да, сильные? Эти окей. Короче, я саду в разрушитель, места больше нету нигде. Машины кидал. Блин, кто-нибудь с осадной машины вылезите, кто в ДД. Так, срез с волшебником, я с Никитой. Нечаянно, ты с кем сидишь? За одно место в разрушитель, вот в осадке же осада. Так, от нечаянно с артстайлом. Шевульпа, с кем ты садишься? С Марлу? Да-да. Так, Паша с Марлу. Кто в пятой сидит? Так, может Шевульпу поменять с Женьком, например? Зачем? Там Паша Марлу сидит, он быстро сломает. Кто пятый? Где пятая машина? Кто в пятой сидит? Хао? Да, с я кем-то? С кем-то. ХЗ, очень. Ну с кем-то, ну види, почитай. Уин там сидит. Хорошо, ты там знаешь, как ломать? Все нормально? Как зарядиться, блядь, я надеюсь, в пушку, чтоб полететь. Или нет? Плюс напиши, или минус. Ну? Завис, да? Ну, где враги? Да, ты летаешь. Все, кто сидят в осадных, все летают. Все пять человек залетают, ломают всю хуйню, слазят, садятся обратно. Go full buff. Кстати, да, тема такая. Под тем, кто в пушках, можете там бафы подкинуть. Там похуй, блядь. Там рыба это не нужна. Каску, кулак дали, стамину, там лапу, чтобы, блядь, люди просто не умирали. И добегали обратно до машин. Соответственно, когда пушки сломали, все разрушители, подъезжайте хотя бы хоть куда-нибудь к боссу, чтобы люди могли к вам обратно залезть, а не сдохли. Хао, ты с Квин сидит? У тебя Квин в пушке сидит? Да, но мы же в разрушителе. Ну, ты меня слышишь, Квин, или нет? Я не пойму, с кем я, блядь, разговариваю? Говорю, ты знаешь, как зарядиться в пушку? Как зарядиться в пушку, блядь, и полететь? Ты знаешь или нет? Спрашивают третий раз, блядь. А, нет, не знаю. Так, блядь, скажи, я не знаю, что мне нахуй делать. Нажать 6, Хао тебе закинет, и все. 6 цифр, наведи на цифру 6, почитай, что там написано. Понятно, нет? Просто моя задача будет колчедана собирать. 10, на стака, он стакает 10 стаков, я говорю всем сразу, заряжаемся, все заряжаются, залетают на него и ломают пушки, которые на боссе. Сломали пушки, спрыгнули, залезли обратно по своим машинам, стакаете дальше, тягайте колчедан. Окей, не проблема, делаем. Чек даю. Все были готовы? Осадные машины пуляйте. Подожди, не тягай еще, у меня фулл энергии еще. Тягать надо тогда, когда тебе скажут. Тяни. Да. Никита, тяни. Волшебник знает, короче. Вот сейчас, тяни. Стакайте быстрее 10 стаков. 12. Почему, блядь, я не вижу всех 10 стаков? Стакайте, стакайте, стакайте. Заряжайся в пушку. Заряжайтесь все. Никита полетел. Макс, заряжайся. Ломайте все быстро, все заряжайтесь. Я вижу только этих четверых людей в стаке. Что за хуйня? Подбейте колчедан. Стакаем, стакаем, стакаем. Вы разбили пушки? Все там наверху или нет? Одна осталась вроде как. Добивайте быстрее, Марлу. Кто там не сломал пушку? Почему он, блядь, ездит? Он должен остановиться, нахуй, когда все сломаете. Не стойте у него на пути. Сломали? Нет. Че за херня? Она у Ханта стоит. А вопрос просто, ну, может я тупой, нахуя туда Ханта пускать? Нахуя? Или он сам не понимает, что ему сдалека стрелять только можно? Он ее стоит, рукой бьет. Трапу там только можно кинуть, получается, блядь, и все.
Все, я уже проебал стаки, хз. Типа, ну... Уже все проебали стаки, сейчас будем опять вздыхать. Я не кончик. Проебал ни разу. А, вот слышишь, смотри, сломали. Ну тебе, наверное, вернулся водила, поэтому ты не проебал? Да, Кита? Да, водила как... Нет, ко мне Алиска села. Как бы, ну, сказал же, мотоцикл садиться. Ну, сели ко мне, бать. Ко мне Никита не сел, я не знаю, где он? Тяни. У меня никого нету, блядь. Ложитесь, да, вайб, если что. Полрейда легло. Я полрейда не вижу. Но все равно мы сейчас умрем. Человек 7 упал. Давай я сяду тогда, короче. Вай, вылезьте все с машины, сдохните. Никита, сядешь за руль, я буду тягать колчедан. Меня будешь заряжать, я буду ломать эту хуйню. Вылазьте все с машины, умирайте быстрее. Очень долго ломаете пушки, очень долго. Это просто на стороне Хантера была пушка, типа, а мы не дотягивались. Так а нахуя Хантер летел? Нахуя Хантер летел? Нахуя он летел, блядь? Первый раз и второй раз. Непонятно, с двух раз. С первого раза непонятно, что Ханту там нехуй делать. Там Арстайл вообще перелетел, вот этого криво закинул. Реснулись, вышли. Куда вы бежите? Алло. А, там, да, Витя пишет, что, типа, ну, Арстайл не сама пушка, потому что ты его криво кинул. Ну, значит, аккуратно кидайте. В чем проблема? Я не понимаю. Вы не видите траекторию, куда едет босс, и как надо его кинуть, человека? Никита, сядешь за руль, блядь, я буду сидеть, блядь, тягать колчаном, будешь меня заряжать. Просто кто-то в мусорку расставил, выкинул, блядь. А нахуя мы сюда 2 месяца ходим? Ты до сих пор ничему не научился? Ну, у меня тоже стаки, я не вижу колчедана. Я вижу, что просто 5 человек и все, блядь, настакало. У меня конкретно моих стаков не видно. То им вас бейте, и все, и будет красиво. Заходите. Если у Никиты не получается, а есть кто-то, кто умеет стакать, если не сидит в машине? Плюсик в рейд поставьте. Ну, Тасмана со мной сядешь тогда. Тасмана, тебе лучше что, стакать колчедан или летать? Хорошо, тогда я тебя покидаю, я буду стакать. Ты в чем сидел, Тасмана? В чопере. Все, на мотоцикл сядешь, Никита, в угол масло льешь, и все, мобов замедляешь. Тасмана, садись ко мне. Наверное, ты че? Перепутал, да? Пополняйте все себе энергию. Расселись все? Нет, быстрей. Пусть пушки на ставках цветки выносят. Не по боссу хуярить, а по цветкам. А как сбивать? Пушки, которые в пушке, они которые водила. Догоняю, разрушитель меня сваливает. Саша, у тебя кто-то сидит с тобой? Нет? Остановись, блядь. Он сзади к тебе подсядет мах. А. А, стой, стой, сидя. Чек даю.
Все были готовы, пуляйте. По кругу водите его, сразу по кругу. На пути никто не стоит. Не лутайте лишний урон. Нахуя вы там, блядь, катаетесь? В жопу его бейте. Тяних. Стакайте быстрее 10 стаков, чтобы людей зарядить. Тяни еще. Заряжайся. Минус один. Прилетел? Шульбу кидай. Ну, заряжайся. Только давайте, спи. Давайте, давайте, быстрее закидывайте людей, не спите, блядь. Стаки держите, не проебывайте. У нас разрушитель замерз, давай. Разморожьте разрушителя, киньте под него масло, что там, вообще огонь. Стакайте, 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 не проебуйте. Меня это как бы водилы второго нету, и за мной луч постоянно двигается. То же самое хуйня у меня. Так скиньте его. Ну попробуй. Он не скидывается. Даже по вашей супер тактике. Ну остановитесь и потом поехали. Ко мне верзи стак. Ты меня ускорил, классно, конечно. Да какого хуя, когда оно размерзнется, залупа ебаная, блядь. Тебя должны разморозить, тебя должны огонь кинуть. Да всем похуй, блядь, я вот стою в центре, всем похую. Каст, бейте. Так, уложимся. Тасмана, у тебя микрофон присутствует? Вайп упали, быстрее, не теряйте время, нахуй вы там катаетесь, блядь, вы что, вы закидаете, блядь, в десятером? Сейчас я поменяю кого-нибудь, Егор зашел. Значит, сейчас самый проеб, что у нас люди, то, когда бывают пушки, просто вылетают и умирают. Проеб в том, что люди вообще нахуй не отбивают дупля, что тут происходит. Два месяца. Можно сделать проще, намного проще сделать. Просто с самого начала сесть, ну, всех, кто в мотоциклах, ебать, здесь втроем разрушители. Сходу закинуть, чтобы они пока сломают, мы уже настакаем. Из инста выйдешь. А, да, точно. Они когда сломают, мы настакаем уже, ебать. Все, они сломали пушки, вылезли, побежали в мотоциклы нахуй. Гонист, давай пошли. Гонист. Выйдите из инста.
Заходите. Починиться забыл шульпу. Расскажите, как скидывать ярость Хадира. Есть лучи еще от Торима, которые стоят на месте, и там просто электричество падает. Есть огонь еще. Вам огонь убегать от тут. Тасма, найди сюда. Ты что? Иди сюда. За угол, вот сюда, сюда, сюда. Садись за руль. Поехали. Все были готовы, осадная машина пулять. Стакайте, стакайте. Почему я вижу только четверых стаки? Заряжаюсь. Кидай меня. Быстрее, быстрее, быстрее. Ломайте это дерьмо, блядь. Мне микрофон включен. Мак, заряжайся. Да на мне, блин, метка. Алло, куда бежите? Ломайте, ломайте, ломайте пушки, быстрей. Кто там сидит на пушках? Работайте. Перегрузка, все, отключи систему. Все, спрыгиваем. Нас на парашютах скидывают. Тасман, ты где? Далеко нет? Блять. Нечаянно. Шевульпа. Не вижу Тасмана, вижу, вижу. Освободите мне место. У меня чел умер в тачке, пусть ко мне мотик кто-то сядет. Колчедану подъедь, Шульпа. Не дотягиваемся. Блядь, я не вижу. Хава, где ты есть, блядь? Катаюсь, пацаны. Ну, быстрее, встану. Подъедь ко мне. Быстрее, 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 быстрее. Прямо, блядь. Прямо. Кто сел в пушку, нахуй, к Тасмана, блядь? А ко мне сердце в пушку. Кто у тебя сидит, Тасмана? Как никого, если я нажимал, блядь, я показывал, что кто-то сидит, я не мог сесть к тебе в пушку. Охуенно, блядь.
Нихуя не пойму. Егор спросил, собрали, блядь, и пропал где-то. Нахуй ты спрашивал, блядь. Ой, да как так не попал? Чем стал? Вот это ускорение. А, че ляжем, да? Ха, то ускорение либо. Ну ладно. И шо, что час прошел? Ты из этого, от этого научился его лучше убивать? Половина как не понимала нихуя, что тут происходит, так и не понимает, блядь. Что надо каст, блядь, сбивать нахуй, в лучах не стоять, блядь. Закидывать людей и ломать пушки. Ну, на знаю, из-за того, что, типа, ну, люди не возвращаются в пушки, у нас все стаки проебывают. Ну, это понятно, что не возвращаются. Какой-то хуй сел в мою машину, блядь, я не мог в нее сесть, я сдохнул. А кто сел в Алисин Чоппер? Когда Аверн освободился, Алиса не могла пересесть в Чоппер, что-то его угнал Найка. Не надо никуда садиться. Вы вылезли с машины, вас закинули, разбили, сели в нее нахуй обратно. Не занимайтесь хуйней. Сам сказал пересесть с Чоппера в машину. Мы замутили тему, оставила Алиса Чоппер. Она мне подтаскивала колчедан, я начинал бить, много бага нанес. А потом кто-то сел в ее Чоппер. Нахуй вы туда бегите, вот объясните мне, пожалуйста, блядь. Что делать? Выйдите из инста, что делать? Надо ставить метки на разрушители на 4 хотя бы, которые закидывают. И каждой метки на чоппер, который будет с него человека возить, тоже ставить метки. Выйди из инста, срез. Чтоб каждый знал свою машину. Все, вышел, считай. Заходите. Заходите, ставьте тут возле мотоциклов рыбу. По тем, кто будут летать, давайте фулл баф. Время, деньги, друг. И сопротик тоже, наверное, всякий случай надо будет выпить, потому что, блядь, надо после того, как ты слез, выжить. Так, давайте еще раз, кто летает? Ярд, Стайл, кого еще закидывают? Марлю. Марлу и волшебник. Так вопрос, можно? Там 4 пушки, правильно? Да. То есть с одного танка можно не кидать? С одного танка можно не кидать. Окей, с какого, получается, с какого танка не кидать? С чего? Я с Као, ну, Квин тогда я прыгать не буду. Вот, давай так кину не будет, потому что все время, когда хорошо, я кидаю, он все время дохнет. Весь бой и все остальное. Так, давайте метки расставим, чтобы людям было понятнее. Звездочка,
Нет, подожди, вам не надо метку. Вы не кидайте, правильно? Так, Тасмана, это будет моя машина, звездочка. Шевульпа, кто с тобой сидит? Марлю. Марлу, ваша печенька. Нечаянно, кто с тобой сидит? Хорошо, Ромбик, твоя машина. В эту, волшебник, кто с тобой? Откуда бой, блядь? Моба спулили. Убейте этого моба. Он может сагриться, когда вот там на ремонт заходит. Срез, ты с кем сидишь? С волшебником. Так, волшебник, ваша тогда трусы. Все запомнили, где чья машина? Моя звездочка, нечаянно ромб, срез, трусы, марлу, печенька. В эти машины, блядь, залазите после того, как вы слезли. И никто в них, блядь, не садится, нахуй, чтобы можно было сесть. Рассаживайтесь по машинам, заезжайте. И оставшиеся 4 метки на 4 чопера, которые будут вести к своей метке людей. Так, Алиса, ты в чопере? Так, Алиса, везешь к срезу, значит. А кто еще в чоперах? Я не вижу чопера. Так. Шамик. Ты возишь звезду. Кто еще в чопере? Джек. Крестик на тебя стали. Джек, ты возишь в печеньку. Четвертый мотоцикл. Кто? Раз, два, три. Вижу три. Я. Хеллкрайма. Ну, на тебе метка стоит. Еще кто? Четвертая пати, первый. На нем стоит метка. Нет. Все, а он сел. Стоит. Все, он то не сидел в мотоцикле, мотоцикл стоял просто. Все, ты, значит, возишь... Квадрат возит звезду, а Алиса возишь, получается... кого там возишь? Трусы? Трусы. Да, дальше, кто там кого возит? Я уже, блядь, позабывал, кого нахуй куда назначал, блядь. Крест возишь Артстайла, а Луна, это Алиса, правильно? Нет. Что-то попересаживаюсь, у меня теперь, блядь, все отображается. А ну, поди туда, Тасмана, к банде туда налево. Ты можешь подъехать туда, нет? Звездочка ездит за звездочкой ездит квадрат, за трусами ездит луна, за печенькой ездит крест, череп ездишь за ромбом. Понятно? Да. Никита. Женек, Джек, шо у вас там быстрее, можно?